Приветствую всех любителей винограда, а также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал Виноград Личин. Друзья, 23 уже марта 2024 год. Погодка у нас такая пасмурная, прошлись легкие дождики. И в этом ролике плюс где-то плюс 6 градусов тепла, плюсе тепло по-весеннему. В этом ролике, друзья, я вам хочу рассказать, можно ли высаживать уже саженцы винограда в открытый грунт. Вот у меня последние два ряда, где я буду высаживать свои технические сорта винограда. Уже все кругом высажено. Виноград, естественно, укрыт, что на улице, что там в тепличке, еще холодно. Вот, привез я землю, вот такую вот хорошую, наподобие чернозема, но это не торф. Она немножко лучше, чем торф. Досталась мне такая земля. И здесь у меня была низина, друзья, были такие кустарники непонятные. Я это все убрал, все выкорчевал, выровнял землю. И для того, чтобы... Я хотел эту землю, что привезут, наверх насыпать, но посчитал, что лучше я немножко поработаю, сделаю такие траншейки, для того, чтобы хороший грунт, хорошую землю вот рассыпать сюда на роды. А поверх вот это моя земля, которая, видите, она... очень хорошо отличается. Вот 20 сантиметров вот такой земли, а потом у меня вот такой желтяк, вот такая земля. Поэтому для технарей будет хороший плюс, что им досталась вот такая земля плодородная. Я считаю, что это будет плодородная земля. Один рад я уже высаживаю, вот посадил пару саженцев. Это у меня будет мускат донской от Алексея Первого, он мне подогнал кустики, это уже двухлетки. Вот, спасибо, Леша, тебе большое, ты всегда меня выручаешь. Я тебе очень благодарен за то, что ты мне помогаешь с саженцами и помогаешь в виноделии. Ну и вернемся, друзья, к теме, можно ли сейчас высаживать саженцы винограда. Поступают звонки, пишут мне на соцсетях, что делать, даже что вот уже почки открылись. Почки, допустим, открылись, люди сбрасывают фотографии. Можно ли сейчас их высаживать? Я бы сейчас, конечно, не советовал, друзья, высадить те саженцы, у которых открылись почки и пошли, допустим, уже побежики, листики. Потому что еще все-таки март месяц, конец марта, целый апрель еще будет холодно, земля холодная. И я думаю, что они получат стресс, и вы навредите своим саженцам. Лучше такие уже саженцы, которые открылись, их держать где-то дома, где-то там в теплом помещении, дать им немножко света, чтобы лист не был желтый, чтобы потихоньку вегетация уже пошла. У меня мои саженцы, вот я покажу корневую, вот еще раз скажу, это уже будут двухлетки от Алексея Первого. Вот хорошие качественные саженцы, хороший материал посадочный. Спасибо еще раз, Леша. Вот, обратите внимание, я уже показывал, что почки мои еще спящие. Мои саженцы хранились в холодном, темном месте. Где-то температура, ну, плюс 2, плюс 3 градуса. Поэтому почки, они еще не открылись. И они были в холодном месте. Вот так вот хранились в мху. Влажная получается корневая. Корневая, вы видели, показывал, что хорошая. И я могу смело пересадить сейчас вот эти саженцы в землю, потому что земля, она тоже холодная. Здесь холодно. Что они хранятся у меня в погребе в холоде, что они сейчас будут как бы посажены и храниться в земле. Естественно, я потом, когда уже посажу, пролью. Здесь еще не пролито, друзья. И я потом накрою еще соломкой. Вот сверху набросаю соломки, чтобы соломка не будет пропускать солнце и задержит прогревание земли, чтобы земля еще немножко не прогревалась, не спешила пробуждаться почка. Поэтому я смело сажу и вам советую, если у вас саженцы, есть и почка еще спящая, в покое, так сказать, можно смело высаживать в открытый грунт или в теплицу вот такие саженцы винограда. Ну и заодно уже, раз я начал высаживать саженцы, то еще для новичков
покажу, как я сажу свои саженцы в открытом грунте. Вот такой, друзья, саженец, хороший корневой, как я уже сказал. Если корешки длинные, то можно их смело отрезать. Я тут пару штук обрезал. Смотрите, теперь ямка. Выкапываем яму, буквально сантиметров 30 я выкопал. Внутри в ямке делаем такой бугорочек, для того, чтобы пяточкой поставить на этот бугорочек. Вот. Смотрите, у меня направление рада будет так. Соответственно, лоза будет, ну, чтобы для удобства, лоза будет прогибаться на зиму в эту сторону. То есть я не так вот сажу, не так, а именно по направлению рада, как мне выгоднее, удобнее. Вот, поставили пяточкой на бугорок в ямке. У меня выкопали сразу, ну, примерно, чтобы на уровне было нижние почки. Можно одну-две почки закопать в землю. Если у вас саженец длинный, его можно вот так наклонить. Ничего страшного не произойдет. Вот. Уровень. Обязательно корешки выпрямляем по возможности и их присыпаем. Так, чтобы корни у нас вверх не смотрели. Присыпаем. Вот такая хорошая земля. Вот. Никаких удобрений по технари я не вносил. Единственное, что золы немножко сыпанул на всю длину рада. Камушки, если попадаются, это все можно сюда бросать. Технари не столовики, с ними как бы проблем меньше. Единственное, что я немножко поработал, поменял землю для того, чтобы было оккультурено у меня. Так, и вот засыпаем саженец. Засыпали, сейчас нам нужно пролить водой, чтобы земля немножко просела, чтобы пустоты вокруг корневой не было. Ведро воды, 10 литров холодной воды, дождевая. Вот были дожди, набежала водичка. И дождевая вода. Вода просядет, друзья, уйдет, не будем ждать. Я потом всю эту землю выровняю. У меня получится, что 1-2 почки, она будет в земле находиться. И оттуда уже потом пойдут вегетирующие побеги, будущие мои рукава. С верхней почки я, возможно, так как саженец двухлетний, оставлю сигнальную гроздочку и потом уже буду формировать. Попробую, что за сорт, правда ли, вот. Вкусный такой, ну вкусный. Мы пробовали вино от Алексея Первого, с мускат Донского. Мне очень понравилось, поэтому я буду высаживать эти сорта. Итак, саженцы посажены, водой пролиты и укрыты соломкой, как я и говорил. Чтоб еще, вот, саженец, чтоб еще не распускались почки на винограде. Ну и будем ждать тепла, конечно. Если будут какие-то вопросы, задавайте. На этом все, друзья. Всем здоровья, мира и добра.